Здравствуйте, дорогие друзья! С вами канал «Адреналиновая рыбалка». Сегодня мы приехали опять на водоемчик свой родной, на торфяных разливчиках, но немного не доехали. Посмотрите, здесь даже и джип не проедет. Пока не высохнет, здесь ничего не будет. Короче, сегодня у нас рыбалочка будет такая более-менее экстремальная. Мы решили с ночевкой сюда приехать. Машину придется кидать за 300 метров до водоема. Сегодня еще к нам должен присоединиться наш товарищ Андрей. Подъедет попозже, сказал. Всем привет, ребята! Вот снова решили выбраться на рыбалку. Я уже рассказал, что тут колея. До дождей была вот такая вот хорошая вот дорожка. Вот. Хорошая дорожка. Дальше, до самого места, вот такое вот полностью и еще даже хуже. Там чуть попозже увидите. Так что не будем рисковать. Машину оставляем здесь. Экипируемся. И вот, вперед. Да, короче, переодеваемся и пошли на точку. Нормальная рыба водится такая. Да. Есть, знаешь, если попал на клев, можешь поднять. К нам присоединился Андрюша, у которого все душа поет и поет. Все. Ох, ребята, тут мошка поперла. Там, где фонарик, там и мошка. Мошка ушла отсюда. Мошка. Мошка крыс. О, пошел костер, говорит. Ну, кастрик пошел. Кастрик у нас пошел по полной программе. Пытались, но заболели. Андрюша, ну что у тебя? На паруше стянул уже. На паруше стянуло, да? Да, на паруше ловил. В общем, сегодня будем ждать утренней поклевки хорошей. Леша, может, Леша, ночной, да? Может, ночного ленька. Может, ночного ленька. Может быть, окей, ночного ленька. Да, один остался. Вечно 4-1 остался. Хорошо, пойдем к следующему товарищу. Так, Алексей, ты у нас ловишь на что? Фидер. Так. И попкорн. Выключи это. Карповая прикормка, комбикорм. И все. Пробуем пуфики. И бойлы. Пуфики, бойлы, нек, чесночный, марципанный, слива и тому подобное. Отлично. Ну а я
как обычно, ловлю ночной поплавок. Поставил слезячки. Они не так сильно видны сейчас. Конечно, на камеру не видно ничего. Есть. Плотвичка, смотрите. Дай-ка. Ух, плотвичка. Плотвичка. Мелкая плотвичка. Оп, плотвичка. Мелочь, но приятно. Мелочь, но приятно. Ночью что-то доберет. Ребята. Три подлещика. Три штуки. Покажи, доставай. Один. Два штуки. Вон еще пара есть. Два штуки. Пускай. Да, не, он привязанный. Не трогай его. Ложи. Охренеть. Три штуки, блин. Это Андрюха. Это я, нахуй. Рукой. На бойло? Два. О, один. Два висит, один есть. На бойло? И один, смотри, карась на смоктуху. Это карасик. Карасик кругленький на смоктуху. Покажи, пожалуйста. Серебряный. Сковородник. Серебряненький, не серебряненький. Серебряный. Покажи-ка. Возьми, как полагается, рыбу. Молодец. Ночью карасик. Хорошенький карасик. Алексею респект. Лайкос. Yes! Лайкос. Я взял этого карася. Во, я взял, сука. Лайкос ему поставьте. Пацаны. Коли твой карасик, мы меня возьмем, да. Давай, сейчас давай. Вот он пошел. Вот у меня там что-то повело, видели? Ну. Что-то будет. Покажи-ка. Крупнее, чем у нас. Подожди. Ребята. Парышня. Вот это парень, блядь. Парнишка. Закупный. Охренеть. Молодец, Андрюха. Молодец. Вещь. А парики? Окей. Респект. Молодец. Ну, видишь? Ох, утро. Подлещик хороший, бронзовенький. Дождался, посмотрите на него. Он дождался. Кембрик, блядь. Ну чупа-чупс, кембрик, блядь. Чупа-чупс. Насоску. Видишь, блядь? На кембрик. На этот. Это ж этот, какого? Смоктуха. Так. Ну что, ребята, мы сменили место дислокации. Расставились вот фидеры. Будем еще одну ночь сидеть тут. Здесь такой как бы был раньше платничек. Сейчас он как бы в общей доступности. Но рыба. Оказались, рыбу выловили, но что-то осталось. Да, но что-то осталось. Что-то он там плехается уже. Здесь даже это какой-то вот столик. Культурно все, благородно. Культурно-благородно. Я вижу, что-то тянет. Это уже начинаются ночные эти.
ночные глюки, когда что-то клюет где-то, поплавок уже еле виден, и кажется, о, там повело, там что-то легло, надо тянуть. Это глюки, я тебе говорю, такое бывает. У тебя постоянно такое. Что ты? Я вон всегда аккуратно и ловко ловлю все. Аккуратно? Аккуратный вот, парень. Я туда кинул, он еще тянет. Тянет? Нет, леску тянет, видишь, ветром. Это не ветер, это течение. Подводное. Подводное течение, а ты думал, да? Все взаимосвязано. Грунтовая вода. Там, кстати, канал, который плавно впадает в речку. Усяшку. Усяшку. Там, блин, тоже может что-то быть. А там, да. И там усяшка. Она, кстати, она перекрыта тоже как шлюзом. И когда надо, они спускают воду. Но тут, я не знаю, шлюз застоит, да. Когда надо, они спускают. Когда надо, наоборот. Ну, по крайней мере, было так раньше. Она по весне, видно, набирается, а потом уже... Все возможно. Такое вот место интересное, довольно-таки. Я бы даже сказал, довольно-таки перспективное место. Тут как бы вот как-то, как мысочек получается. С левой стороны идет как чаша. Слева вниз... Тут такую возвышенность. И с правой стороны как бы канавка, как бы тоже чашей. И вот вдоль, если бровочки пробует закидывать, возможно, что-то и возьмет. Но рыба гуляет. Мелкая, правда, но вот есть выходы, были выходы более такие покрупнее, да, Алексей? Да, хорошие были выходы. Может, окуня мелочь гонял, может, еще что-то. Короче, что-то было. Что-то было. Можно. Тут только такой вот насосная станция. Ну где ты тут? Где ты есть тут? Ты тут? Да. Тут такая вот заброшка осталась. Не заброшка, это насосная. Ты прям внутрь зашел? Да. Ни хрена себе. Так вот доски, ёпты. Так забирай. Так а как? У меня руки заняты. Ну, выключайся. Сейчас тебе выключусь, бля. Давай. Пошел. Да потом, бля, еще придем, бля. Так. Уже 2 часа, почему-то глухо. Ни одной поклевки. Ни одной поклевочки. Ни одного. Ни опарика, ни мотылька не хочет брать, ни бойлы не хочет брать, ничего. Ну ничего, еще ночь впереди, будем ждать. Водоем мелководный, может ночью что-нибудь вылезет. Я думаю, что-нибудь да и вылезет. Должно что-то выйти на это. Попробовать. Вот такой кастрик мы распалили. С костром и веселее как-то ловится. Комары жрут до ужаса на эко. Если бы не эта пырскалка и костер, сожрали бы уже. Леша уже готов был и это. Я уже думал, нырять. Осиной запасаться. Это ж вампиры, бля. Чуть не сожрали его полностью. Успел, блядь, закинуть уже рыбу, блядь. Охренеть, молодец. Линь.
5 линька взял на этом же месте. Респект. Но все равно линь. Линь он и в Африке линь, блядь. Опять на этом же месте взял линька. Молодец. Ребята, вот что значит сменить место дислокации. Ночь просидели на бывшем платнике. Ни одного удара, ни одного поклевки, ничего не увидели. Переехали на другое место, и смотрите, какой красавец. Леша, включи свет, не видно нифига. Да я знаю. Красавец, какой красавец, а. Офигеть. Молодец. Респект, Тос. Ух ты, нет? Нет, глюк. Молодец. Что хочется сказать? Вот респект и все тут. Ну, и все такое. Помоги доставать отца. Ну давай, тренируйся. Сам. Я тебе могу свой дать. Может туда положить. Да ладно. Красавец. Я себе. Охренеть. Опять. Подлечь его. Нет, подлечь. Охренеть. Алексей сегодня облует опять меня, 100%. Я сказал, ты обидишься. Не-не, все отлично. Рыбалка огонь. А ты хотел там остаться? А я хотел. Че я тебе подорвал такую рань? Огонь. Какашка. Молодчага. На что взял? Пару с мотылем. Респектус? Офигеть. Пора и мне уже начинать ловить. Конечно, пора. Че ты не ловишь? Нет, не ловится. Как Мастерка. Хорошая мастера. Вернул. Мастерочка. Мастеренок. Ух ты, как повело, блядь. Ух, нифига себе. Бери подсак. Опять линь. Лещ. И хороший. Кукуруза. Одна кукуруза? Мотылёк. Охренеть. Понял? Офигеть. Смотри, какой здоровый, бля. Охренеть, бля. Вот это контент. Контент просто огонь, бля. Пацаны! Смотрите на это. Тише, матом не ругаемся. Вы смотрите на этого красавца. Матом не ругаемся, смотри, какой красавец, офигеть.
пол твоей головы. Блин. Красава. Охренеть. Красава, парень. Сегодня Лешин день вообще, 100%. Красава, парень, красава. 100% Лешин день. Вы посмотрите, что творит. Он порвал меня тут. Он меня сегодня порвал, блин. Опять кукуруза? Нет, смотри. Он меня сегодня рвет. Просто рвет. Ребята, блин. Еще один старовечок. Он меня сегодня рвет. Иди. Есть. Довольное лицо. Посмотрите, какой он довольный. Это обычный пруд. Самая голимая прикормка, бляха. И оно клюет. Когда оно клюет, оно клюет. Есть. Кукуруза, опарыш, линь, мотыль. И оно клюет. Не 0,14 крючочек. Канал «Адреналиновая рыбалка» показывает вам адреналин. Всплеск такого адреналина. Просто не может быть. Мы в шоке от такой рыбалки. Я, по крайней мере, тоже в шоке, блин. Я еще ни одной нормальной рыбы не поймал, а этот уже пятый тянет, блин. С самого дна. Просто с. Ой, ему сделайте что, и все будет вот. С самого дна. На дне лежит лопоплавок. Он, блядь, просто лежит на дне. Сидеть. Да. Угу. Ух ты, хороший какой, на кукурузу. Кукуруза работает. О, пацан. Сейчас пень. Давай, ниже опусти садок. Долинь. Ух, сука. Вытягивай удочку. Ох, она запутал. Туда толкай, пускай его туда. Крупняк, офигеть. Вот это да, пацан, да. Вот это шикардос, линёк пошёл. Ну, грамм 800, наверное, 900. Видишь, мелочь не берет. Вау! Красавец? Красава, красава. Отлично, отлично. Я доволен. Красава. Сейчас опять скинет кукурузу вот здесь. Ух ты, плотва какая хорошая, ты понял на кукурузу? Тут плотва подошла, ну ладно. Это круто. Чистая кукуруза, без ничего. Ух ты, смотри, какой крупняк. О, вот чуть было. О, густерка хорошая. Хорошая густерка. Эту густерку возьмем. Блять, он там копошится, и здесь копошится. По заеданию. На ближней бровке взяла хорошая густера. Я так думаю. Ух, плотва какая хорошая. Какая хорошая плотва.
Матвиночек. Хороший плотвиночек. Я думаю, видео было довольно-таки интересное. Посетили несколько водоемов. Рыбу видели, отловились. Будем собираться домой. Подписывайтесь на канал, кто не подписан, ставьте лайки, жмите на колокольчик. Все, всем удачи, всем пока. Алексей вон тоже уже заманался. Заманался Алексей. Не забываем мусор в мусорку. До новых видео.